Мой самый нелюбимый день недели – это понедельник, особенно его утро. А какой день недели не любят улан-удэнцы? Погнали выяснять! Какой у вас самый нелюбимый день недели? Наверное, понедельник. Ну, потому что понедельник день тяжелый. После выходных в основном. Понедельник. В колледж приходится ехать. Пятница. Слишком много тяжелых уроков. И, как бы сказать, дополнительные занятия после школы. Какие самые тяжелые уроки? Это, на мой взгляд, геометрия, алгебра и слегка литература. Нету такого. В понедельник? Жизнь начинается. Что обычно делаете в понедельник? В понедельник мы все делаем. И работаем, и гуляем, и радуемся жизни. Среда? Не знаю. Ну, просто так. Что делаете в среду обычно? Что обычно в среду делаете? Я сплю. В понедельник. Тяжело вставать после выходных. Любимый день недели у вас какой? Воскресенье. Ну, выходной. Что обычно делаете в воскресенье? Отдыхаю. Дома лежу. Фильмы смотрите? Иногда. Какие? Ну, разные. Например, «Интерстеллар» смотрел недавно. Что еще? «Аватар» новый. «Пятница». Почему? Не знаю, почему нравится. Чем обычно занимаетесь в пятницу? Пятницу? Ну, дома уборка, потом в бассейн хожу, в мед купаюсь, в тренажерный зал. Пятница, когда гуляем. Утро или вечер пятницы? А? Утро или вечер пятницы? Вечер, конечно. Суббота и похмелье самое нормальное. Каждый день любимый. День проснулись утром. Он уже любимый, поэтому мы пенсионеры же. Пятница – это как бы уже рабочий день, накануне выходные. Там нужно время на себя, ну и на семью, и вообще. Суббота. Потому что в этот день ты полностью отдыхаешь. Что обычно делаете в субботу? В субботу обычно либо выезжаем с компанией друзей на какие-то мероприятия, там театры, кинотеатры, коньки даже те же. Либо мы просто сидим дома и отдыхаем. По классике жанра, нелюбимый день недели – это понедельник, а любят больше всего выходные. А какой день недели любите вы? Пишите в комментариях. Анастасия Брянская, Нима Родная, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».